сейчас едем в Камышин за обоями. Детей оставили у родителей дома. И сейчас сядем на маршрутку и поедем в Камышин. У мамы здесь вот такой вот пес. Борзик, поздоровайся. Скажи здрасте. Борзик. Так, сходили мы сейчас с Ксюхой в магазин. Вот наши покупочки. Взяли вот такие вот конфетки. Котте называется. У них внутри взрывная карамель. Прям клевые. Вот такие вот конфетки. 35. Очень хорошие, тоже нравятся. Мишки Барни. Мишка Барни. Вот там 3 штуки. По 57 рублей по скидке было. Так вот, граната 2 штуки. Ананас взяли тоже по скидке. Бананы 49 рублей килограмм. Вот такие вот десертики. Что это? Йогурт с хрустящими шариками. 3 штуки каждому ребенку. Кофе взяла вот такое. По 150 или по 149, точно не помню. Вот такие вот хлебцы, не с семечками. Можно мне к чаю, чтобы сильно сладкое не есть. Так, это капуста, это уже бумажки от конфет, яйца. Так, сейчас еще. Иди привозьми, дочь. Так, вот такие вот вафельки я взяла. Торт вафельный. 2 штуки. По 41 рублю. Такие вот завтраки шоколадные. Шарики. Так, пачку молока. Так, это творог. А, два творога. Так, взяла еще муку. 2 килограмма. Сыр. Чек упал. Чек. Какой чек? Так, сыр на 251 рубль. Так, что здесь у меня еще? Так, одна курочка. И вторая курочка. И колбаска получается. Что тут молочная? Дым-дымыч. И 2 пачки сосисек. Получается 2 в одном. 2 по цене одной. Такие вот 2 пачки взяла. Они очень вкусные. Так, вот все наши покупочки. Покупочки вышли на 2185 рублей. В общем, съездили мы вчера в Камышин. Ездили с мамой. Купила я обои. Сейчас покажу. И вчера делала перестановку, чтобы из зала все освободить, чтобы начать делать ремонт. Вчера некогда было снимать, так что сейчас покажу, как я все переставила. Вот обои, которые я взяла. Вот такие вот красивые. Вот это, 2 таких взяла и 2 просто однотонных. Вот такие вот красивые. Так, вот я освободила зал. Ну, оставила телевизор с тумбочкой. Диван разобрала, чтобы легче его было от стены отодвинуть. И буду, в общем, закрашивать все вот эти красивые наши рисунки. Здесь у нас красота. Сниму на память. Вот.
В общем, буду красить, шпаклевать вот здесь стены. Вот здесь швы я еще не шпаклевала. И буду все красить. Стенку отсюда я убрала в Данькину комнату. Вот у Даньки вот так вот поставила кровать. Сюда стол с креслом. И сюда убрала два шифонера. Сервант. Вот так вот. Сейчас разберу продукты и начну зашпаклевывать стены. В общем, вот здесь я попробовала вчера шпаклевать. Я не знаю, как люди работают. Я, в общем, пока вот здесь зашпаклевала, у меня в тазике уже вся шпаклевка застыла. Буду по чуть-чуть делать шпаклевки. Так, плитку мы будем клеить новую. В общем, я посчитала, что натяжной потолок это очень дорого. И вот не знаю, сдирать эту плитку или нет. Потому что, в принципе, можно было и на нее наклеить. Но вот здесь вот у нас отодралась она. Ну ладно, подумаем, что будем делать. Может, ее нафиг всю уберем. Вот. А на пол мы будем делать этот паркет. Не паркет. Ламинат будем стелить на пол. Я там уже подобрала красивый. Сейчас вставлю фоточки, покажу. В общем, пол у нас выйдет около 10 тысяч. Потолок на 2 тысячи, там 1700 плитка будет стоить. И обои я взяла... У меня вышло на 5000. Ну, там плюс-минус клей. Ладно. Ну, в итоге, вот, чтобы сделать зал, нам надо около 17000. Ну, это не считая того, что надо будет еще плинтус по полу и по потолку. Ну, около 20000 нам выйдет зал. Ладно, все. Пойду разберу продукты и буду заниматься стенами. Ой, сейчас прям психанула на мужа. Вот смотрите, сделала я, зашпаклевала я комнату, так как смогла. Вот здесь вот зашпаклевала. Здесь я уже показывала. Здесь я вот мне осталось только вот эту вот шов доделать. И там над дверью. Вот замазывала вот эти все рисунки. Там все сделала, по той стене тоже. И в итоге, что сказал мне муж, что мы будем нанимать людей, чтобы они полностью шпаклевали зал. Вот спрашивается, для чего я мучилась. Ой, у меня прям такое сейчас желание, пока он уехал в поездку, взять это все и закрасить краской. Говорит, в общем, говорит, чё, почему ты постоянно экономишь? Давай наймем людей, и пусть они все сделают хорошо. Ну да, я же делаю все неправильно. Экономлю деньги. Ладно. Как говорится, кто заказывает музыку, тот и пляшет. Пусть платит. Раз ему не жалко денег... Завтра придут люди, узнаем, сколько это будет стоить. А так, насчет натяжных потолков тоже, не знаю. Я хочу поклеить плитку. Она выйдет около 2000. Натяжной потолок будет стоить 8. Опять скажет, что я экономлю деньги. Вот, насчет полов тоже. То, что я хочу ламинат, он выйдет 8000, также будет стоить и линолеум. Но он почему-то хочет линолеум. Вот объясните мне, почему
есть такие люди, которые делают все против. Ладно. Будет день, будет пища. Сейчас выложу это видео и посмотрим, что будет дальше. На этом всем пока. Подписывайтесь на наш канал, и вы увидите, что будет дальше, чья будет правда в нашем ремонте. Всем пока-пока.